судя по всему, в Украине президентское кресло будет теперь на колесиках. Своим выездом на коляске Тимошенко продиктовала новую политическую моду. Итак, встречайте, последний диктатор моды Юлия Владимировна Тимошенко. Ну що, добрий вечір, любі мої. Я дуже щаслива бути знову з вами. Як ви бачите, в мене трошки інший образ, нема коси, зато є Гуля, так що я тепер Юля Гуля. Я прошу вибачення, не можу встати, бо, як ви знаєте, я страждала за Україну. Дуже вдячна всім тим, хто боровся за мою свободу. І зараз хочу зробити заяву. Я йду в президенти України. Хоча ні, я їду в президенти України. Ви знаєте, тепер все буде по-іншому. У жодного чиновника не буде ніяких межигірь. Скажу більше, я особисто поселюся в Межигір'ї та прослідкую, щоб нікого з них там не було. Далі. Дефолту не буде. Ми будемо тримати курс гривні на позначці 12. Спочатку 12 за євро, потім 12 за долар, ну а потім 12 і за гривню. І головне. Я глибоко переконана, що 25 травня остаточно буде вибрана президент України. А зараз хочу надати слово прем'єр-міністру України Арсенію Петровичу Яценюку. Сеня. Что это такое? Это моя фишка. Ганьба. Люди, ганьба. Ганьба! Ганьба! Ні. Я з ганьбою жити не буду. Якщо куля в ногу, то куля в ногу. Не зрозуміла, чого в ногу? А в лоб больно просто. Добре, кажи. Українці, я встречался с Бараком Обамой, и он обещал нам миллиард долларов. И если мы сделаем гривну курс, это 20, это будет примерно 2 миллиарда долларов. Я не обещаю, что покращение наступит завтра. Не обещаю и послезавтра. И даже послезавтра покращение не наступит. Это я вам обещаю. Теперь, что касается Крыма. На самом деле, мы давно готовы дать отпор России в Крыму. Сейчас начнется курортный сезон, и заговорит наше главное оружие. Несвежие креветки, пахлава и полная антисанитария. Для того, чтобы остановить экономический кризис в Украине, нам необходимо 15 миллиардов долларов. Я слетал в Америку. 1 миллиард у нас уже есть. Таким образом, через 14 полетов мы остановим экономический кризис. Дякую. Вас все. А зараз я хочу надати слово дуже сильній та поважній людині, великому боксеру і так собі політику Віталію Кличко. Добрий вечір! Віталік, да. Ну ладно, ноги, а що з рукою? Вона цохла.
Як? За Украину. О, Боже. Да, это именно та рука, которой я тогда поздоровался с Янукович. Она отсохла. Классно придумал. Привет, кстати. Да. Значит, дорогие друзья, украинцы. Значит, я, Виталий Кличко, сначала решил идти на выборы президента Украины, но потом передумал. У меня просто нет коляски. Поэтому я решил остаться лидером своей партии, которую я переименовал. Да. Теперь она будет называться так. Кличко устроил люстрацию тирану Януковичу. Сокращенно культя. Я хочу, чтобы мне поаплодировали люди. Я не могу сам поаплодировать. Виталик. Извините, да. Значит, теперь, что касается политической ситуации в Украине. Слушайте, может, не треба? Треба, я учил. Так вот, дорогие друзья, знаете, как однажды я сказал великий боксер Мухаммед Али, порхай как бабочка, жаль как пчела. Я кое-что переделал. Теперь это звучит гениально. Вот так. Порхай как пчела, жаль как бабочка. Вот вы считаете, что фраза потеряла смысл? Нет, я так не считаю. Сейчас я хотел бы уступить это место своему товарищу по Майдану. Встречайте, Олег Ярославович Тягнибок. О, о. Юля, Юля, як воно виключається? Олег. Ну тогда я продолжу. Так. Спасибо. Дорогие друзья, я знаю, что касается ситуации в Крыму. Я лично сегодня звонил Владимиру Путину, и он мне сказал, что мой звонок для него крайне важен. И чтоб я оставался на линии. И включил веселую музычку. Потом я позвонил Ангеле Меркель. И, значит, обсуждал ситуацию, значит, в Крыму. Если россияне не пойдут на нас войной, она мне пообещала, что в 10 раз увеличит крайнюю озабоченность. Да. Помогите! Героям слава! У меня лично все. Добре. Пожалуйста. Ну що ж, а зараз хочу запросити на цю сцену Юрія Віталійовича Луценка. Всім добрий вечір. Так а чого? А я не понял, а что это такое? У меня печень. В смысле? Болить за Украину. Прошу. Шановні друзі, зараз в країні така ситуація, як то кажуть, без пол-літра не розібратися. Так от, я очень тщательно во всем разобрался и нашел ответы на все вопросы и решение всех проблем. Но, когда проснулся, не смог ничего вспомнить. І це дуже жаль. Як бабочка. Що, як бабочка? Ну, жаль, як бабочка, порхай, як пчела. Хватит, досить. І наостанок зустрічайте. Віктор Федорович Янукович. Заносьте! Акуратней. Дорогие украинцы, россияне, ну, в смысле украинцы, я умер за вас, но я живой. Я президент темной лиги. Шо? А, в смысле, я президент лиги темной. А, я легитимный президент. В Украине кошмар.
К власти дорвались неофашисты и антисемиты. Та ви що? А Коломойський? Спасибо, чуть не забыл. В Украине кошмар. К власти дорвались неофашисты, антисемиты и Коломойский. Вы знаете, многие спрашивают меня, как я умудрился за одну ночь вывести столько, ну, ценностей и картин, там, золота из Межигорья. Да-да, да. Я отвечу. А вы знаете, что муравей может переносить на себе вес в 20 раз превышающий собственный? Слушайте, да. Вы же вывезли с країни все гроши. Это неправда, Юлия Владимировна. Это чистая ложь. Я оставил в Украине весь золотобатонный запас. Вы знаете, я дальновидный человек. Я знал, что мою семью будут преследовать. Поэтому последние 10 лет не жил с женой. Так, да. Только вы бежали из страны. Я не бежал, меня предали. И всю ответственность за предательство я возлагаю на партию региона в ее ближайшее окружение. Поэтому официально заявляю, что, во-первых, я выхожу из партии регионов, а во-вторых, я решил сложить все полномочия отца Саши и Вити Януковича. Я как гарант не могу допустить развала своей семьи. Я, правда, не знаю, как я это буду делать, но буду. Очень интересно. А по Межигорью что? По поводу Межигорья. Вы знаете, честно, когда в Межигорье разрешили свободный доступ, начали вводить эти экскурсии, да? Я решил сходить ради интереса. Вы знаете, это кошмар. Ужас. Золото. Драгоценности. Этот стиль бы какой. И все это на народные деньги. Кошмар. Вы знаете, сейчас я хочу немножко в туалет. Я, правда, не знаю, как я это буду делать сейчас. Виктор Федорович, да. Закинчивайте. А, да. И в конце хотел бы обратиться не к олигархам, не к бизнесменам, а к обычному люду. Люда, не переживай, все будет хорошо. Восток Украины, я с вами. Запад Украины, фиг с вами. О! Я не разобрался, как оно працюет. Ну, слава Богу. Ну что ж, люди мои, нарешті сбылась давняя мрія народу. Мы с вами все разом. Ага, и все сидим. Очень весело. Все, все, все. Просто просьба, человеческая. Для каждого человека, не избирателя, просто для человека. Пожалуйста, не голосуйте ради гречки, голосуйте ради внучки.